Так. Что, Луна? 27 марта 2021 года в Харькове. Так. 21:32 по Киеву. В Харькове. Наконец-то. Закончился дождик. И небо. О, вот так смотри. Оно. Или слишком темно. Выдержку уменьшил. Аристарх. Даже ветерочка у нас нет. Сейчас. В общем, куда ж ты убегаешь-то? А? Полнолуние завтра, 28 марта, на ёльке-матальке, и сейчас это... Весьма пристойно выглядит. Практически как полная луна. Ну вот и Аристарх. Ёлки, плохо видно, не вижу. А что с резкостью? Красота. Да, обещают нам прогноз. Хорошую погоду на утро. Есть шанс, что сниму я и луну в полнолуние завтра утром. И на западе будет луна. И на востоке перед восходом солнца. Получится снять Юпитер с Сатурном. Вернее, теперь у нас уже... Сейчас я, наверное, все-таки подниму штатив. Дико неудобно. Так. Так. В полуприседе. Сейчас у нас уже... Не Сатурн впереди, то есть не Юпитер впереди, а Сатурн его обогнал 21 числа декабря прошлого года. Сейчас порассматриваем нашу ласточку. В комментариях сегодня писали, что есть версия о вулканическом происхождении астероидов, кратеров на Луне. Ну, конечно, маловероятно, чтобы к этому всерьез относились. Астрономы, по-моему, совершенно четко. Видно, что
миллионы, наверное, раз подвергалась Луна бомбардировке астероидами. Так, это у нас кратер Тихо, да? Тихо Брага, Тихой Сапы. Да чего ж ты хорошо? Ой, его батька находит. Сейчас, наверное, чуть ниже наведусь на вот эту линию границы света и тени. Так, 1 к 400. Сейчас выдержка. А где моя выдержка? Выдержки не хватает. Облачка. Ну ладно, сейчас переждем, пока облако пройдет. Оно такое не огромное. Лепестковое облако какое-то. Ух ты, даже видно его. Даже на экранчике видно, да? Вот сейчас увеличил выдержку. Выдержка. Крепость брака, как и коньяка, зависит от выдержки. Но у нас тут от выдержки зависит, насколько... 30, 60, 80, 100, 200. Диафрагма F5. Моя что, лопатулечка? После дождя грунт совершенно грязеподобный. И я сейчас просто своими 100 килограммами давлю на штатив. И опускается он в землю, погружаются ножки. И за счет этого наводимся на Луну. Очень оригинально. Да, вчера даже летучую мышь получилось. Мы сейчас уменьшаем еще 1 к 400 сейчас. Да, ну. То есть сейчас у меня на фотоаппарате Nikon Coolpix 5000. Нет у меня никакого телескопа. 125 крат оптического увеличения. Ну, это соотношение, по-моему, диаметра матрицы принимающей. Фокусному расстоянию или что-то такое. Это не те краты, которые в бинокле, в телескопе. И 4 крата цифрового увеличения. Боже, какая краса. Да, выдержка 1 к 400, F8. Вообще ветра нет.
Да, МКС не получилось опять у меня снять. Были как раз те самые облака. А, вот и сейчас облака находят. Ну хорошо, я в общем-то вышел, потому как, может, наши прогнозы немножко нас обманут. Потому как облака, в общем-то, кругом. Надеюсь, что это все спрячется, разойдется. И с утречка получится снять. Но на всякий случай я решил поснимать и сейчас. Завтра, в общем, еще раз повторюсь, планируется снять Юпитер. Надеюсь, со своими спутниками получится, с Галилеевыми, по крайней мере, еще тремя. И Сатурн с кольцами на восходе. А на западе попрощаемся до вечера с полной луной в то же самое время. Часика в 4 утра. А, часы же еще переводят сегодня ночью. Люльки, мотальки. Да. В общем, я думаю, режим движения планет по небосводу.